И всем привет! Это же я, Лёха, а это Фласка, и мы в Майнкрафте, и сегодня у нас будет мир вверх тормашками. Такие вот дела. Ты что-то хотел сказать? Я хотела сказать всем привет, ребята! Как у вас дела, Лёха? Как твои дела? Лёха? Мои дела слишком перевернуты. Еще не перевернуты. А для того, чтобы они стали перевернуты, давай заглянем в сундучок, который для нас подготовили перед нами. Давай. Антигравити бутс. О, господи, какой-то нетерпеливый, елки-палки. Так, смотри, нам тут дано все по две штучки. Давай, бери себе инструменты, одни ботиночки. Давай факела я возьму напополам, еду напополам, это напополам, напополам, напополам. Верстак у нас будет общий. Ну дай землю. Один стак земли мой. Ладно, на, хорошо. На тебе стак земли. Спасибо. Дам. На тебе стак. Я тебе доверяю. Да не. И я готов одевать антигравити бутс. Так, я тоже готова, но погоди. Первое, что мне нужно сделать, это все правильно тут расставить. Смотри, мы с тобой должны решить, как у нас, куда мы с тобой хотим отправиться. То есть, когда мы перевернемся, помнишь, мы как-то с тобой выживали уже так. И мы с тобой просто на дереве были. Это было очень скучно, поэтому давай придумаем что-нибудь новенькое. Я, например, хочу тебе предложить, мы будем с тобой жить в скале. Давай. Я согласен. Одобряю, ни разу не осуждаю. Хорошо, куда нам надо? Где я? Иди сюда. Где ты? Видишь меня? Теперь нельзя, ты еще четерюга, что ли? Упс. Сюда иди. Sorry. Смотри, давай, не знаю, тут начнем, прокопаем себе, и тут будет выход. Вот тут. Опачки. Как тебе, нормально? А как ты сюда будешь добираться? А, стоп, да, тут не очень хорошее место. Я не знаю, нам надо где-нибудь начать свой перевернутый... Ладно, что за мной. Ты всегда пытаешься упростить себе жизнь, но я понимаю, что ты... Ты где? Вон, вернись к тому дереву. Вернись. Я же твой ник вижу. Я тут, привет. Короче, ты всегда все упрощаешь. Да. Упрощать не надо. Смотри, нажимаешь F1, чтобы видеть все. И надеваешь ботиночки, переворачиваешься. Это важно сделать уже прямо сейчас к этому дереву. Одевай. Ага. Отлично. Не сталкивай, жми Shift. Теперь отойди вот сюда, вот. Ближе. Вот сюда, давай. Топ. И мы потихоньку начинаем копать нашу пещеру. Ты прям тут хочешь? Тут немножко дерева. Вот. А я потихоньку буду, собственно, обустраивать нашу зону. Да, будем начинать отсюда. Ладненько. А, у нас же... Зачем нам дерево? У нас же уже есть кирка и все остальное, точно. Ты только учти. Ты только учти, потому что все блоки падают как бы на небо. Да. Нет, как бы на пол, но для нас это вверх, я понял. Кстати, мультик такой есть, вверх. Короче, я предлагаю сейчас прорыть проход. Слышишь? Я пророю тут проход. Смотри, тут аккуратненько надо будет. Ну, жить-то мы будем в скале с тобой, да? Кстати, смотри, вот тебе скала, вот тебе. Что там? Ну-ка. Это прям переворачивает игру, просто весь мир. Слушай, ну да, прикольненько. Сейчас чихну. Не тихай, зажми нос, ты чё? Ух ты, тут эхо такое, ничего себе. Ну так мы же в пещере. Лёха! У тебя голос неправильный, он без эха. У тебя тоже, вообще-то. Так, давай-то, где хата будет? Ну, вот здесь вот прям строить дом. Смотри, здесь как будто бы и мир нормальный, на самом деле. И мир нормальный. Так, ну окей, тогда хата будет здесь, да? Давай тогда мы здесь... Короче, что я предлагаю сделать? Что ты предлагаешь сделать? Да, я поставлю факел. Сначала мы с тобой подобываем... Ой, падает прям наверх, на них. Ты глянь, факел не ставится, потому что это не земля. Ты глянь. Ну так прицепи его, тоже нормально. Ну, тоже вверх ногами, да? Факел перевернут. Так, окей, тогда прям здесь будем строить. Я хочу, Я сейчас чуть штаны не наложил, потому что я ломал вот так вот. Знаешь, вот иди сюда. Я тебе покажу. Иди сюда. Давай. Вот ломай, вот ломай над собой вот этот блок. Ты, конечно, реально как будто бы кек. Вот сюда, ломай. Ломай вот эти блоки. Встань под ними, прям под ними, еще вперед. Вот так ломай. И смотри вверх. Ага. Смотри именно вверх. Опа, штаны наложила? Как будто бы знаешь, как будто бы ломаешь. Ой, сейчас упадешь, типа. Нет, не наложила. Не наложила, потому что, ну не знаю, я как-то уже привыкла. Давай, короче, я хочу добыть побольше булыжника и заложить вот тут вот эту вот дырку, сделать ровный пол. Давай, у меня уже... Посмотри на нашу аватарку, на нашего персонажа. Ну-ка.
Перевернутый! Слушай, прикольно, я тебе скажу. И прыгаем мы, кстати, странно. И знаешь, что сейчас самое забавное было бы? Чёлки-палки, чё? Хочешь, покажу прикол? Давай. Ну, я покажу зрителям, не знаю. Ё-моё. Ты меня видишь? Ты меня видишь? Да. Жесть, я смысл снимать-то нельзя, ты... Ладно, я тоже сниму теперь. Ю-ху! Это так дико выглядит, а я думал, что Лёх, ты это... Где? Лёх, ты где? Я... Прятки. В смысле прятки? Тихо-тихо, меня тут нет. Ой. Меня тут нет. Ой, тихо. А, я тебя вижу. Нашла. Так, ну короче, блин, будет забавно еще потом посмотреть, как мы построим наш дом, потому что... притянуло. Потому что это снизу смотрится диковато немножко. Ну, то есть, вот ты так смотришь одним глазком и такой, чё, это нормально, типа? Нет, ни разу. Ну да, это выглядит немножко странно. Так, погоди-ка, я ломаю? Да, ломаю. Выглядит немного странно, и да, в конце мы с тобой посмотрим, как это будет выглядеть. Ты... А я что? Красава. Да я просто хотел сказать, ты помогать-то мне будешь? Ты уже... Я, по-моему, делаю не меньше твоего. Это первое. А второе, с чего будем строить дом? Вот это хороший вопрос. Вообще, наверное, из дерева, но так как мы с тобой в пещере живем, можно построить из булыжника. Только нам булыжник... Я добуду дерево. Добудешь дерево? Ты только попроси. Дам. Давай добывай. Не, ну, а у нас, кстати, есть дерево, дубовые доски. Там сколько было? 64, да? Мы разделили на 2. Ну да, это будет мало, нам нужно добыть побольше. Нужно добыть. Ой, вот это, конечно, опасный момент. Добывать тут дерево, это вообще настолько опасное занятие. Вот добыча... Не, не так, знаешь? Если бы я видела, где ты... Нужна более эпичная нота. Вот так. Да. Добыча дерева в Майнкрафте никогда не была настолько сложной, как сегодня. И мне, знаешь, мне интересно. Справимся ли мы с этим? Тихо, что ты там делаешь? Не знаю. Попробуем. Слушай, да, как ладно, долго все добывать? Удали бы нам с тобой алмазные лучи кирки, а то дали какие-то такие. Ты меня слышишь, кстати, вообще? Да, но это обращайся к Flask Production. Я не знаю, почему. А при чем тут Flask Production? Что ты постоянно палишь контору, не понимаю? А, понятно. Вот, так вот, палить контору, как говорит, нельзя все свои. Все, я возвращаюсь, вдруг дерево сейчас исчезать начнет. Короче, у меня очень много дуба было, и теперь у меня полстака дубов... Нет, стоп, у меня даже стак и полстака дубовых досок. Окейушки. Я предлагаю выровнять вот здесь территорию, хоть чуть-чуть выровнять, да, потому давай. Что она какая-то слишком кривая. Так ты аккуратно, вот, потому давай. Что блоки вверх летят, подбирай их лучше. Смотри, как я делаю. Видишь, все, вот на этом заканчивается. То есть вот здесь такой квадратик. Вот все, его делаем, да, и все, дальше не режем. Да, я вижу, вот здесь вот. А что ты за мной повторяешь? Твою песню придумай. Подожди, подожди, я хочу кое-что попробовать. Что ты там хочешь попробовать? Опять сейчас. Перевернуться? Подожди. Да мне интересно, что ты там делаешь. Я на тебе, знаешь, один глаз у меня на булыжник, другой на тебя. Я тебя вижу. Что ты творишь? Я, короче, врубил музыку, знаешь, там, где ребята, ну, несут Rip and Peace. Кого несут? Короче, я снял ботинки, и меня понесли тоже под танцовую. Ребята, я с кентупор там общаюсь. Ага, с кентупором сама подпевает начало. Так, ладно. А я просто вспомнила. Короче, крыша будет у нас каменная, потому что мир перевернут, ты понимаешь, обычно крыша бывает... А какая крыша бывает? Она вроде деревянная бывает. А что ты делаешь? Делаю дом, смотри. Так. О май гад, Бала, you so crazy сегодня, ну давай. You so crazy сегодня, что-то света мало, хочу осветить все. А ну-ка давай, помогай мне копать эту глыбу. Сейчас мы тут все обустроим, тебе, короче, понравится. А, елки-палки, нам знаешь, что надо? А что ты сделал? А я тут проходик сделал, ну чтоб солидно было. А не надо, ты тут жить не будешь. В смысле, не понял, так я ресурс трачу на этот дом. В смысле, не буду. Как это? А окна мне надо, ну типа я хочу окна, туда окна, кстати, смотреть. Надо, да, короче, тогда мы сделаем... Ты что ломаешь, типа? Все как надо было. А потому что тут мы все равно сейчас расширим. Да-да-да, вот тут вот будет у нас. Привет, как тебе там живется? Нормус. Получше, чем тебе там. В смысле? Мне вообще из-за дома и внутри как бы вообще мне нормально. Чур, у меня будет отдельная комната. Я не хочу, чтобы моя кровать стояла рядом с твоей, понял?
Нет, это я не хочу, чтобы моя кровать стояла рядом с твоей. Да в смысле? А чё, я настолько противная, что ли? Да. Ну и понятно, ну и понятно. Всё. А кровати-то у нас нету, надо овечек найти будет. Ага, надо будет. Ну, это проблематичная задача, поэтому я предлагаю ее сегодня не выполнять. А чё не сегодня, когда, если не сегодня? Так. Потому что у меня сегодня Rip and Peace Dance. Rip and Peace Dance. Так, смотри, здесь у нас будет ночь. О, да, ты хочешь... А чё ты хочешь? Деревянный пол сделать? Да нет. Зачем ты ломаешь? Я просто хочу туда ставить вот так. А, да? Мне кажется, ты вот такой блок хочешь. Хочешь пол такого блока? Не-не-не, он прям как наждачка выглядит. Да ладно тебе. Нежные ножки такого не выдержат. Нежные ножки такого не выдержат. Я хочу, короче, тут стены заменить, потому что что-то как-то некрасивенько выходит. А потолок мы с тобой оставим такой каменный, да? Ну, да. Наверное, да. Ладненько, тогда его мы так и оставим. Ой, ёлки, его мы так и оставим. Дай-ка я стены заменю. Ой, что ты как-то прям ставишь, как-то прям... Как-то прямо струну, ты все ставишь. Вот все, опачки. Красота. Красота, давай еще стену заменим для полноты картины. Сюда давай я поставлю факел прямо на входе. А у тебя остались еще доски? Да, досочки. Доски еще есть. Елки-палки. Елки-палки, тащи. Если есть, то ставь. Да. На, я тебе что тоже нам? Скинул. А, на потолке. Дощечки. Как будто бы мы в космосе, знаешь? Да, вообще странно. Все наверх летит, будто бы рили в космосе. Так, давай... О, точняк, я вот что сделаю. Я сделаю сундук в стене. Зачем место лишнее занимать, правильно? Дай-ка я тут у нас все подправлю. Вот так вот. Сюда я по... Ёлки-палки, ты глянь на этот сундук, он такой странный. Все вверх тормашками. Сейчас, посмотри, я уголь добываю. Ё-моё. Уголь лишним не бывает, уголь лишним не бывает. Какой твой любимый ресурс в Майнкрафте, когда ты выживаешь? Когда я выживаю? Не знаю. Обсидиан, может быть. Ну, потому что благодаря обсидиану можно попасть в ад. В аду много всяких финтифлюшек. Я не знаю, мой первый любимый ресурс это был уголь, потому что я, когда только начал играть в Майнкрафт, это был... Слушай, я даже не помню, какой год, это было очень давно. Ну, слушай, может, 2008 какой? 2008? Короче, в чём суть? Тебе сейчас 30? Нет, мне 70 лет, я дед. Короче, о чем это я? Подожди, не перебивай старших. Вот, ага. Я веду мысль к тому, что раньше крафтов было очень мало. И всего было очень мало. И вот... Я первое, что умел делать, это дверь и факел. И для меня, как бы, уголь дверь это было то, что давало мне свет. Поэтому я готов был ради этого жить. Слушай, если ты знал, как делается факел, то это уже было круто, я тебе скажу. Вон. Да, я там же. Дай-ка я тут сделаю еще печугу нам, где мы будем все переплавлять. Опачки, глянь-ка, как я все нам тут сунула. О, зыркой. Не зыркай, а посмотри. Посмотри. О, а что, здесь они будут двери в следующую комнату? Вот здесь, например, дверь будет в комнату чью-нибудь. Там в дальнейшем ее сделаем. Нам в дом сделаешь. Ну, хотя бы вот так. А, ну, кстати... О, слушай, это странно выглядит, я тебе скажу. Я думаю, страннее выглядит не это, а страннее выглядит то, когда ты снимаешь мегабутсы и смотришь, как это выглядит сверху. Это выглядит безумно. Это выглядит безумно? Ладно, давай я попробую попасть к тебе в дом. Ну, давай. Вот, допустим, я пришел. Слушай, выглядит странно. Не, слушай, выглядит, в принципе... Туса бред. Привет. А почему... А, все, понял. Ну тебе долго доходило. Я снял ботиночки и такой, чего? Почему ты нормально? Почему он такой? Ну да, немножко странно. Типа, во-первых, дверь повыше, чем обычно. Ну да, тебе приходится прыгать, и это странно. Зачем так поставили дверь? Это странно. Так, здесь и будет, короче, комната. Чья моя? Ну кто строит та и комната, значит моя. Так. Заполняю. Ты решила забрать себе какую-то приколюху, да? Ну, если да, не приколюху, просто комнату себе отобрала. Что не так? Да, кстати, надо бы надеть ботиночки все-таки, а то как-то, да, выживаем, а ты их снимаешь постоянно по киды. И знаешь, что я тебе скажу? Для дальнейшей постройки хаты нам нужно с тобой еще будет добыть дерево, потому что стены-то у нас с тобой из дерева. А дерево-то закончилось? Ну да, да. Но в любом случае это будет уже в следующей серии, потому что в этой серии хотя бы мы хотели понять, как это будет работать, а работает прикольно, и думаю, что в следующей серии быть. Но все зависит, конечно же, от наших подписчиков, поэтому мы предлагаем прямо сейчас спуститься в комментарии
и оставить свой комментарий. Чего они думают? Хотят они продолжение или нет? Да? Я не могу, я чуть не улетела. Ну, по-моему, забавный момент. В общем, ребята, на этом, наверное, потихонечку будем закругляться в этой серии. Но это не конец этой истории. Вы вправе, собственно, ее продолжить, если поставите лайк. То есть ваша задача сейчас поставить лайк, подписаться на канал, если вы тут впервые, нажать колокольчик, чтобы не пропустить новую серию по выживанию в Майнкрафте вверх тормашками, ну и посмотреть видео слева и справа, ведь они калёвые. Вот. Калёвые. С вами был я, Лёха, и Вифласка. Всем и пока! И Фласка! Всем пока-пока, ребята! Слушайте, они как это прям... У тебя тоже. Пока! Ну, ладно. Пока!